Матфея 23 глава с 8 по 12 стих. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель, Христос. Все же вы братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник, Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Толкование. Христос не запрещает называться учителями, но запрещает страстно желать этого названия, всеми способами стараться о приобретении его. Ибо учительское достоинство в собственном смысле принадлежит одному Богу. И словами «отцом не называйте» не возбраняет почтение к родителям, ибо желает, чтобы мы почитали родителей, особенно же духовных отцов, но возводит нас этими словами к познанию истинного Отца, то есть Бога. Так как Отец в собственном смысле есть Бог, а плотские родители не суть виновники бытия, а только содействователи и слуги Божии. Показывая пользу смирения, Господь говорит, что больше из вас должен быть слугою и последним между вами. Ибо кто будет сам себя возвышать, считая себя чем-нибудь, тот будет оставлен Богом и смирится. Толкование закончилось. Вот судя по тому, что Господь говорит, вот не называйтесь, не называйтесь. Александр Мень как-то в беседе с ним говорит, у нас же у православных получается так, как будто мы Писание изучали, знаем все-таки, и стараемся тщательно сделать все наоборот. Не называйтесь отцами, не называйте. На каждом шагу отцы, учитель, учитель в смысле создание учения, тут понятно, одних поставил наставниками, учителями, апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам 12:28. Значит, они были, вот я родил вас, и отец есть. Но искать этой почести, они именно искали. Искали, и все сконцентрировалось на житейском в этом словолюбии, останавливались на углах улиц, молились, дабы люди хвалили их. Сегодня не понимает даже этих слов. Увидели, вот я на фотографии показал, как правильно совершать крестный поклон. И люди неверующие совсем, но это они знают. Они не молятся никак. Но дальше смотри, получают славу от этого. Здесь, если увидели, я на работе перекрестился, меня что, славят за это или нет? Меня могут притеснять за это. Притом притеснять физически ударить, и что я испытывал в жизни своей. Поэтому места Писания эти нужно знать, как применять. Так учителя есть, конечно, есть учителя. Наставники наши, отца нашего духовного, говорим, Иоанна Златоуста, отец, да, он учит, это отец. Не называйтесь, видите, притяжательное местоимение здесь. И окончание «с» мягким знаком. Я мою, мою кого-то, моюсь, мою сам себя. То есть они прямо, я тебе учитель, я 50 лет несу Слово Божие, ну какой я учитель? Я просто передаю то, что сказали святые отцы, толкование, то есть то, что наиболее ценно у нас в православии. И вот на это нужно указывать абсолютно всем, как православным, так и неправославным. Считаем дальше. Матфея 23 глава 13 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Толкование. Вы, говорит Господь фарисеям, не только сами не веруете и ведете жизнь развращенную, но и других учите не веровать мне, и своей жизнью и примером развращаете народ.
ибо народ привык подражать властям, особенно если видит в них наклонность ко злу. Посему всякий дурной учитель и начальник приобретает себе горе, препятствуя своей жизни другим преуспевать в добре. Толкование закончилось. Ну, тут что сказать, толкование. Каждый приобретает сам себе славу. Ну, какая слава-то? Если сказать о вечной славе, то она с земной не сходится. Я все вспоминаю всегда в этом случае Иоанна Златоуста. Он говорит, слава имеет такое свойство, что если за ней человек гонится, то она убегает от него. А если он убегает от нее, она за ним гонится. Вот она снимали фильмы, и вдруг фильмы заняли первое место на международном киноконкурсе. Второй фильм «Златоуст из Потеряевки» здесь, в России, занял первое место среди документальных фильмов о православии. Насколько они хорошие, это определение не наше. Там были профессора в ГИКе, епископы. Но главная реакция священства. Никогда я этого не ожидал. Прямо ничем не прикрытая фонтанирующая зависть. А вот вас сняли, а гордость не подходит ли, а вот это... Да мне думать даже об этом некогда. И сколько ни говоришь, проходят годы, и они опять на том же самом. То есть это их больное место. Это особенно заметно было, когда Борис Ельцин стал по ранжиру у себя за столом садить людей. Вот какой министр, с какой стороны сидит, это он у патриарха перехватил. А в церкви там какое движение, какая возня в алтаре около патриарха, в любом месте, где, когда рукоположен, сколько лет, старейшин, заслуженный, там все учитывается абсолютно. Для чего? Чтобы хотя бы, по крайней мере, сами себя не отталкивали, ну как-то стали-то. А какая тебе разница, где быть? Как Спиридон Тримифунский. Уж там кого ожидал найти царь, а увидел самого невидного. Когда заходит, а одетый, залатанная у него там одежда, когда император всех собрал, даже его не хотел пускать туда на заседание, часовой-то, оттолкнул его. Или Феодосий Печерский. Князь желает его видеть, а никто не знает, как он выглядит-то. А он беднее бедного. Ну, не похоже на наших шикарных на лимузинах-то. Кучер его пересадил на коня. Давай, лезь туда, там, на облучок. А я здесь посижу. Он думает, везет какого-то слугу, но не поймет, почему народ, который навстречу попадается, все кланяются. А кому кланяются? И когда он узнал, что кого везет самое знатное лицо в России, как он испугался. И вот все какая-то честь, где-то надо показать, и они все это вылазят. Здесь не желаешь. Вот у меня перед тем, как снимать, тогда был Малашин, снимал Юрий Николаевич, режиссер, киностудия документальных фильмов «Новосибирская опь». А он звонит, я не соглашаюсь. Второй раз звонит, третий раз. Ну, согласитесь, нам нужно снять там вот интервью. Батюшка позвонил. О чем говорить? С чего? Ну, вот так получилось, что оказалось, что вовремя и к месту показать, какими мы должны быть. Что это слава? Это прах. Больше славы, чем Сталин, на земле трудно было иметь даже кому-то. Не знаю, славили ли кого еще. На каждой рельсе 5 раз написано. Вот участок одна рельса с другой соединяется. И на каждом этом отдельном рельсе 5 раз завод имени Сталина. Везде и всюду. Колхозы, совхозы, школы, воинские части. И вдруг, как будто никогда его не было. И слава его приедет шумом. Прошумело, прошел 22-й съезд партии КПСС, и нигде никого нету. Вот здесь в Евангелии Господь показывает на это. Мне приходится свидетельствовать, ну, раньше особенно в поезде едешь. А что вы заканчивали сразу? У людей диплом. Я ничего не заканчивал. Как не заканчивали? Ну, папа говорит, в рогожке видать. Ну, а что вы скрываетесь-то? Скажите, ничего не заканчивал, я просто строитель. Да и строитель-то только, сегодня сказали вы, колледж. Техникум строительный барнаульский закончил. Это все пустое.
Что тебе скажут, они подумают. Да вот если бы вы говорили о себе хорошо, так люди бы больше сюда приезжали, а вы говорите о всех недостатках, вот на занятиях у нас. Я абсолютно обо всем говорю открыто. Не боюсь записать интервью. Там я выгляжу непрезентабельно. Ну и что? Справедливо или несправедливо? Вот один критерий, по которому мы должны определять свою жизнь, поведение и записи. Давай. Матфея, 23 глава, 14 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение». Толкование. Господь называет фарисеев лицемерами за то, что они дают благочестивые обещания и ни одного не исполняют достойным образом. Но лицемерно, совершая молитвы продолжительно, съедают имущество вдовиц. Они в самом деле были обманщики, которые издевались над простыми людьми и обирали их. Под видом доброго дела молитвы делают зло, то есть съедают имущество вдовиц. Ибо тот, кто под видом добра делает зло, достоин большего осуждения. Толкование закончилось. Все дальше. 15 стих. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делайте его сыном гиены вдвое худшим вас». Толкование. «Вы развращаете, — говорит он, — не только иудеев, но и людей, обращающихся от идолопоклонства к иудейской вере. Их-то и называют пришельцами. Вы стараетесь кого-нибудь обратить к иудейской жизни и обрезанию, а когда он делается иудеем, то гибнет, развращаясь от вашего нечестия. Сын же гиены тот, кто совершает дела, за которые он достоин сожжения в гиене». Толкование закончилось. Ну, еще дальше читаю. 16 по 22 стих. «Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем». Толкование. «Они не учили тому, чему должно учить, и, предпочитая менее важное, ставили на втором месте то, что более достойно почитания. Так они предпочитали самому храму злато церковное, херувимов и золотую ставну. Вследствие этого они многим внушали, что ничего не значит поклясться храмом, но нужно клясться златом церковным, которое между тем от того и досточтимо, что принадлежит храму. И дары, положенные на жертвенник, по словам фарисеев, были досточтимы самого жертвенника. От всего поучения фарисеев тот, кто клялся золотым сосудом, или волом, или овцою, назначенным для жертвы, а потом нарушал клятву, тот присуждался представить в храм то, чем он клялся. Дар они предпочитали алтарю ради прибыли, получаемой от жертв. А если кто, поклявшись храмом, нарушал клятву, так как он не мог ничего создать подобного храму, разрешался от клятвы. Посему клятва храмом становилась незначительной
по причине любостяжания фарисейского. В Ветхом Завете Христос не позволяет считать дар более алтаря, а у нас алтарь светится от даров. Ибо по божественной благодати хлебы прилагаются в само тело Господне, потому и освящается ими жертвенник. В Ветхом же Завете мясо и кровь животных возлагались на жертвенник, и освящение их зависело от жертвенника. Толкование закончилось. Еще сказать, клятва запрещена. Вывод один. Никогда нигде не клясться. А в священники ставят, приносят присягу. Присяга – это и есть клятва. В царской армии это было. Солдаты принимают клятву на верность Отечеству, императору. Это вопреки Евангелию. И клялись в судах. Клялись на Евангелии, в котором сказано «никак не клянитесь». Так осталось это по сегодняшний день. То есть у нас все наоборот получается. Как тут не видите? Клятва запрещена. Никакой клятвы. Не клянитесь никак. Нет, продолжают клясться. А могут, чтобы не клясться? Не могут. Это духовное повреждение на более глубоком уровне. Далее. Матфея 23 глава, с 23 по 24 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Толкование. Опять порицает фарисеев, как безумных, ибо презирая более важные заповеди, они старались о точности в исполнении менее важных. Если же кто в укор называл их за это мелочными людьми, они говорили, что этого требует закон. Но лучше и богоугоднее было бы, если бы они требовали от народа суда, милости и веры. Ничего не делать несправедливо и нерассудительно, но все со справедливым рассуждением и бесстрастием. За таким судом следует немедленно милость, ибо человек, делающий все справедливым рассуждением, знает, кого нужно и миловать. А за милосердием следует вера, ибо милосердный человек всегда верует, что он ничего не потеряет, но все получит во время воздаяния. Каждому учителю следует брать со своих людей десятую часть. Слепыми вождями Господь называет фарисеев за то, что они, хвалясь все знания, никому не приносили пользы, но еще и развращали всех, увлекая в бездну неверие. А отцеживающие комара за то, что они замечали мало грехи. Верблюда же, то есть большие грехи, поглощали и не обращали на них внимания, живя без страха Божия. Толкование закончилось. Далее. 25 по 26 стих. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». Толкование. Соблюдая предания старцев, фарисеи обмывали стаканы, блюда и столы, на которых предлагается пища. Но вино пили и пищу ели, приобретенную неправдою, что особенно и оскверняло их сосуды. Итак, не употребляй, говорит он, вина, приобретенного неправедно, и внутренность сосуда будет чиста. Иносказательно, разумея это не о сосудах, но о внешней, телесной части человека, и о внутренней, духовной. Ты, говорит, стараешься сделать благолепную внешность сосуда, то есть внешность своего существа. Между тем, внутренность твоя полна нечистоты, ибо ты хищник, творишь неправду, прелюбодействуешь, лжесвидетельствуешь на других, убиваешь, и лукавые мысли, как поток, текут из твоего сердца. Нужно омывать внутреннее, то есть душу очищать от всего этого.
дабы чистоты душевной и внешность человеческая была чиста и светла. Толкование закончилось. Далее. Горе вам, 27-28 стих. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Толкование. Книжники и фарисеи старались по внешности казаться людям благовидными, подобно гробам повапленным, то есть выбеленным известью или алебастром и сделанным под мрамором, а внутрь них оставалось исполнено всякой нечистоты, мертвых и гнилых дел. Толкование закончилось. Давай дальше. Матфея 23 глава с 29 по 32 стих. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Толкование. Возвещает им горе не за то, что они созидают гробы для пророков, это дело Богу угодное, но за то, что делают это лицемерно. И осуждая отцов своих, они поступали хуже их, превосходили их нечестие и, очевидно, лгали, когда говорили, если бы мы жили во дни отцов наших, то не убили бы пророков, ибо они хотели убить самого Господа пророков. Посему Христос и говорит. Тридцать третий стих. Змеи, порождение хиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Толкование. Так как вы имеете змеиные свойства и происходите от таких же отцов и уже низверглись в такую глубину зла, что остаетесь неисцелимы, то вы скоро превзойдете свои злобы отцов своих. Это будет тогда, когда убьете меня. Тогда вы исполните меру зла, совершившего убийство, которого не сделали и отцы ваши. Будучи же столь злыми, как измените вечных мук? Толкование закончилось. Да, да. 34 стих. Посему вот я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Толкование. Господь обличает фарисеев, говоривших лживо. Если бы мы жили во дни отцов наших, то не убили бы пророков. Вот я, говорит он, пошлю к вам пророков, премудрых и книжников. Однако вы и их убьете. Господь говорит об апостолах, ибо Дух Святой, исполнивший их, соделал их книжниками, пророками и учителями людей. Толкование закончилось. Далее. 35 стих. Да придет на вас вся кровь праведная, да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Толкование. Говорит Господь, что на тогдашних иудеев должна была прийти всякая кровь, неправедно пролитая, ибо они имели быть наказаны более, чем отцы их. Здесь Господь упомянул об Авеле, ибо как Авель убит был по зависти, так и сам Христос. Но о каком Захарии упоминается здесь? Одни говорят, что этот Захария – один из 12 пророков, а другие видят в нем отца предтечи. Предание говорит нам, что в храме было место, где стояли девы, и Захария, будучи первосвященником, поставил на этом месте Марию Богородицу после того, как она родила Христа. Иудеи, негодуя на то,
что он поставил родившую жену между девами, за это и убили его. С 36 по 39 стих. Истинно говорю вам, что все сие придет на народ сей, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крыльями, под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен гряды во имя Господне. Толкование. Жалея об Иерусалиме и обращаясь к нему со скорбью сердца, Господь дважды называет по имени этот град, обещаясь навести наказание на него. Он обвиняет его, как бы какую возлюбленную, которая презирает его. Господь обвиняет Иерусалим в убийстве и в том, что этот град не хотел воспользоваться постоянным желанием Господа помиловать его. Слышал более дьявола, отвлекающего от истины, и не принимал Господа, приводящего к ней. Ибо ничто так не удаляет от Бога, как грех, тогда как добродетель приближает нас к Богу. Являя милосердие, Господь указывает на пример птицы. Уразумеем отсюда, что ради нас Бог обитает в храмах, и когда мы делаемся безнадежными, оставляются им и храмы. И так говорит он, вы не увидите меня до второго пришествия. А тогда они нехотя поклонятся ему и скажут, благословен грядущий. Слово отныне значит после распятия, а не после того часа, в котором он говорил это. Ибо они часто видели его после того, как он сказал все слова. А после распятия они уже не видели его и не увидят дотеле, пока не наступит время второго пришествия. Конец 23 главы Евангелия от Матфея. Ну, на все сегодня. Сегодня у нас воскресенье. Наверное, 8 число. 7 или... 7 вроде. И сентября 2013 года будет у нас беседа на тему богослужения. После богослужения, если Господу угодно. Ну, все, пока.